В эту субботу в столичных школах прозвенит первый звонок. О готовности образовательных учреждений к новому учебному году говорили на еженедельном совещании столичной администрации. Недостаточное уличное освещение, нехватка камер видеонаблюдения и отсутствие системы контроля и управления доступом. Эти замечания выявила специальная комиссия. Недостатки устранены, все школы и детские сады Чебоксар прошли приемку. А вот выборочную проверку свободного доступа на территорию учебного заведения прошли не все. Из 44 учебных заведений в 14 можно спокойно проехать или пройти. 31% проверенных учреждений не соответствует требованиям. Этому вопросу уделяется серьезное внимание на всех уровнях, вы это знаете. И данные факты свидетельствуют о том, что должная работа с руководителями не проводится. Время еще есть. Прошу эту работу провести, усилить, проводить проверки. Сотрудники ГИБДД также проверили наличие пешеходных переходов, ограждений, дорожных знаков и разметки вблизи учебных заведений. В настоящий момент все 5 предписаний выполнены. Осталось невыполненным это установка пешеходных ограждений около 4 школ. Школа 12, 61, 53, 49. Это связано с тем, что у нас разыгран конкурс на установку этих ограждений. До 30 августа по условиям конкурса эти ограждения будут поставлены. В настоящий момент работы ведутся. В День знаний будут действовать дополнительные меры безопасности. Более 300 сотрудников полиции отвечают за охрану общественного порядка. За каждой школой и детским садом закреплен экипаж ДПС. За сутки до начала учебного года с применением технических средств и служебных собак будут повторно обследованы все школы с прилегающими территориями, после чего все школы до завершения мероприятий будут приняты под охрану. Профилактическая работа проводится с детьми и родителями. Организованы уроки безопасности и тематические встречи. Акция «Внимание, дети!» продлится до 9 сентября. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.